Яких змін, на думку миколаївців, потребує наша медицина? Запитаємо. Що я зміню? Нічого не зміню. Вам все нравится? Да, все хорошо. Руководство. Только руководство не нравится, да? Только руководство не нравится, потому что рыба гниет с головы. Медики наши, у меня жена медик, я вам хочу сказать, это высокопрофессиональные люди, отдающие всего себя, все свои знания этому делу. Но очень тяжело понять другим людям, даже больным, что человек, она, у нее их тоже давит бытовуха, и они приходят на работу, может, и не выспавшиеся, и уставшие. И бывает, что не всегда внимательны. Бывает, они люди, и медик должен прийти туда. И, как бы это вам сказать, и медикаментозно подготовленными, чтобы тому пенсионеру посоветовать хорошее лекарство. А хорошее лекарство, оно дорогое. Вот я сам пользуюсь таблетками от давления. Оно 150 гривен стоит упаковочка на месяц. При моей пенсии вы меня извините. Ну, чтобы как-то больше внимания к людям уделяли. И не за деньги, а чтобы мог человек обратиться и помочь так могли бы ему. Не всегда, чтобы деньги только были главное. В нашей медицине многое хотела бы изменить. У нас дело в том, что если есть хорошие специалисты, то они принимают, будем говорить, не совсем в удобное время, потому что если они работают в государственных структурах, то это как бы рабочее время наше. А если в коммерческих структурах, то это не совсем всем доступно как бы по цене. Если бы у нас были страховки медицинские, мы могли оплачивать. Ну, в общем, здесь очень много цепочек, которые завязаны с нашей жизнью, с нашим бытом и с нашей всей структурой, которая, будем говорить, существует в нашей стране. А в нашей стране очень легко жить, поэтому мы приспосабливаемся как можем. Чтобы бесплатное было. Все бесплатно было? Конечно. Ну, пусть не все, но хотя бы основное. Сильно большая волокита. Сейчас сделали по районам. Получается, там рентген там, анализы там, то там, то там. Чтобы все было вместе. Я не спрашиваю тебя лучше. Пусть в медицине приглашают американцев побольше. Они наладят тут. Наверное, получше обслуживание и качество. Так, качество еще? Не знаю, я не так часто обращаюсь. Ну и, одним словом, профессионалов мало.